Давайте мы все же поговорим о вашей выставке, вот об этих замечательных персонажах, потому что мы, как мужчины, обсуждали только их. Мы говорили, например, о отсутствии сексуальности. Да, а почему она должна быть? По-моему, уже хватит. Сексуальности в искусстве там уже перебор. Но мифология и мифология греческая, она переполнена сексуальностью. Но не этот миф, не 12-й подвиг Геракла. Пошел, долго искал дорогу в сад Гесперид, наконец ее нашел, и должен был поддержать небесный свод, пока Атлант, никому в этот сад нельзя было заходить, и Гераклу тоже, пока Атлант не принес ему 3 яблока. Сколько их было на самом деле, никто не знает, и греческие мифы говорят, то 3, то может быть больше, ну, в общем, вот количество яблок не сосчитано. Ну вот, после того, как Геракл взял эти яблоки, а что там творилось в этом саду Гесперид, совершенно непонятно. Ясно, что... И кто они такие, эти Геспериды, тоже непонятно. Если бы они были дочери Атланта, их бы, скорее всего, называли Атлантидами. Какой-то Геспер, а может быть, им имя было дано по матери, никто тоже не знает. Они занимались в этом саду уходом за этим священным древом. И, собственно, наверное, они выполняли какие-то работы садовничьи. Поэтому я решила, что Геспериды – это, конечно же, садовницы. И я им дала вот такой вот садовый инвентарь. Они собирают урожай, они занимаются своими делами, но как бы им не до этого. Греческая скульптура, а так как мы в какой-то степени наследники всей или эллинской культуры, это ну, такая садово-парковая скульптура, как принято было в Советском Союзе называть. Мне кажется, что ваши садовнички могут существовать в любом пространстве, особенно в открытом пространстве парковом. И даже там в пространстве, скажем, зимнего сада какого-нибудь крупного фойе. Как здорово, что вы об этом сказали, потому что я тоже все время держала в голове, что неплохо бы их выставить где-нибудь на природе. Ну, может, в Сан-Галиевском садике. Но дело в том, что они из папье-маше, и в любой момент сырость их может испортить. Но если бы они были сделаны из другого материала, а это возможно повторить это все, то, конечно, они могли быть, можно увеличить, можно включить другие материалы, они могли бы быть, если бы кто-нибудь этим вдруг заинтересовался. А еще, мне кажется, они могут быть таким сквозным персонажем какой-то длинной очень истории, потому что в них нет яркого личностного, и их можно... Их можно бесконечно тиражировать, совершенно верно, но главное остановиться вовремя и не засорить среду вокруг себя вот этими фигурами. Ну, их и так много, хранить их тяжело. Да, они обезличены, но ведь если мы посмотрим греческую скульптуру, мы увидим, что она тоже обезличена, потому что одно и то же лицо может быть у Афины, может быть у Гермеса, а если бороду приделать, то и у Зевса. Thank you.
Когда мы вспоминаем про Геракла и его 12 подвигов, мы почему-то представляем себе все это как в художественной картине, в фильме, снятом в Голливуде. А художник, который сегодня показывает нам 12-й подвиг, который вообще все забыли, говорит совершенно о другом. Мы долго сегодня обсуждали тактильность, сексуальность и вообще интерес к этим фигурам, к этим объектам, к этим персонажам. Мне кажется, что они могут существовать в любом пространстве, от городского парка до офиса какого-нибудь золотого банка. Но пока они в галерее Борей, вы можете сюда прийти и на них посмотреть.